Да пошли. Да не, да чё? Да пошли, давай, чё ты стесняешься, пошли. Давай, давай, садись, чё пошли. Пошли-то? Давай, чё стесняется пошли? Он. Серию новую записывай. Какую серию? Угадай с трёх раз, мы с тобой сидим за одним компьютером. Чё мы сейчас будем записывать? Я не знаю, чё там придумал. Одевай наушники и включай музыку. Здорово, здорово, Сим, понял? Понял я, понял. Импровизация. Импровизация! Спустя полгода мы решили записать еще одну серию. Ой, я даже не знаю, что с этого получится, Жека. Я тоже не знаю. Я боюсь. Я буду кричать. Не надо кричать. Я не знаю. Вы кричите в комментариях, если хотите новую серию импровизации. Так, ставьте огромнейший палец. Кстати, у тебя в ролике тоже же вроде был, да? Да-да-да. Да, у него вроде тоже в ролике был. Да, обязательно. И лайкусик надо ставить. Короче, одевай. Одевай эту шарманку. Запускай, а мы с тобой будем начинать. В общем, наш друг Евгений уже... Мы уже снимаем, да? Да, мы уже снимаем. Наш друг Евгений ничего не слышит. Поэтому мы с тобой будем приступать прямо сейчас. А подожди. Стоп. Вот вы на экране сейчас видите мой ник в Инстаграме. Нужно на него подписываться, потому что там выходит много всяких крутых фоточек, да? Да, он, видите, он согласен. И также в описании... Я не знаю, что, но да. И в описании есть также ссылочка на мой Инстаграм. Сейчас конкурс. Кто подпишется на мой Инстаграм, тому я поставлю лайкусик прямо сейчас. Поэтому подписывайтесь прямо сейчас, и я поставлю вам лайкусик. Обещаю. Конкурс только один день длится. Давай. Начинаем. Рэпчик. Ты рэпчик читал? Да, ебой. Рэп. Про Инстаграм рэп. Я сейчас зачитаю рэп. Давай. Что это? Куда мне идти? Туда. Сюда? Да. А не ори, я тебя молю. Ты меня умоляешь? Да. Не ори. Ты мне... Ты я... Не ори. Ай-яй-яй. Не ори. Ай-яй-яй. Не надо. А, не надо. Не надо орать. Без А. Ты дебил? Ты дебил? Да. Ты дебил? Да. Ага. Дом твой. Это хата моя. Хата твоя. Я тут живу. Ты такой живешь, такой, ара-ра-ра, типа, надо что-то поделать. Надо что-то поделать. Что поделать? Что происходит? Где я? Не, что поделать? Я не знаю, где я. Ты знаешь. А это моя хата. Да. Это мои шмотки. Это твои шмотки, вонючие. А где мама? Вонючие труселя. Труселя твои вонючие, носки вонючие, на всю хату воняют. Я не понимаю, что ты говоришь. Что поделать? Я крутой, я в своем доме. Нет. А ты не крутой, но ты в своем доме. Да? Что поделать? Шо я поделать? Не понимаю, шо где поделать? Я? Что тут? Да понимаешь я ты! Я потерял что-то! Нет! Господи помилуй. Шо поделать? Я что-то потерял! Нет! Все, нет! Я не потерял! Нет! Шо поделать? Дом большой! Подел... Ты такой сидишь, смотри. Сидишь такой... Я не знаю, что делать! Вот! Да? Да! А, да, все, я понял! Да. А, и ты решил... Я? Тебе на... Я не знаю, что делать! Смотрю телевизор. Не, скучно. Не надо смотреть. Ой, нифига, что это такое? Это мне? Это тебе. Это яд. Это яд. Я понял. Это плохо. Пить плохо. Можешь накатить, если я не хочу пить. Нет. Я не алкоголик. Кому он врет? А, Жека. Это не мое. Это твой, ты мне принес. Я тебе раскрою да. большой секрет. Секрет кого, большой. Кого? Секрет большой. Я не понимаю. Ты лысая карлица. Не понимаю. Лысая карлица. Ай, башка. У меня голова болит. Ну, если ты... Я перепил. Если ты бреешься на лысо, ты то... Ты перепил. Если ты бреешься на лысо, то у тебя понятно, что с головой проблемы? Голова. Голова лысая. Не знаю, что делать. Лысая голова. Не знаю, что делать. Карлица лысая, он полностью лысая. Голова болит. В данный момент, я заболел. В данный момент он не лысый, но он был лысым. И скоро он также опять станет лысым. Голова. Голова заболела. Лысая. Лысая голова. Волосы заболели. Короче, ты оброс, и тебе нужно идти... Он, подожди. Да, он оброс, и ему нужно опять идти постричься, потому что он опять хочет быть лысым. Но я ему это не скажу, это будет его финальный секрет. Иншаля. Иди на улицу. Батарея, улица. Мне выйти на улицу. Иди на улицу. А ты, подожди, а ты кошелек взял? Это мой дворик. Кошелек взял? Чтобы типа, ну, парик... Мне нравится мой дворик, парикмахер. Парикмахеру нужно же будет заплатить. Пикник. А ты чё? Тут мангал. Шашлычки. Ты шо, Обломов? А? Ты шо, Обломов? Я люблю шашлычки, да. Обломов? Люблю шашлычки. Обломова любишь? Па-па-па? Обломов. Оброва? Обломов. Оброва. Обломов. Оброва. Обломов. Обро... Обломов. Обром... Обломов. Обромов. Обломов. Обломов. Ты шо, Обломов? Нет, я не Обломов. Ну, а шо тогда? Нет, я просто люблю шашлычки.
А, я кулинарный блогер, я понял. Нет. Сегодня мы будем готовить шашлычки. Сегодня мы будем голод увеличить. На мангале. По фритюрнице. Ты кошелек забыл дома. Шаверма. Кошелек. Кошелек. У меня жопа болит. Кошелек забыл дома, кошелек. Денег нету. Кошелек. Я бомж. Кошелек. Доллар. Кошелек. 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 Дома. Забыл дома. Дома. А, да. Дома кошелек. Я понял. Поймайте. Мне нужно искать кошелек. Да. Он идет стричься опять на лысо. Он же лысая карлица. Я не вижу кошелек. Ну найди твой дом, откуда. А его нету. Все, есть. Потерялся. Он есть. А он есть, он дома. Да, у тебя дома. Я понял. Я знаю, где твой кошелек, Жека. Так, где он? Ну где-то кошелек, я не знаю, где-то кошелек. Я не понимаю, я не знаю, где заплатить он. Бабки. А, вот он, кошелек. А, все, иди. Это не кошелек. Это кошелек. Он деревянный. Это кошелек. По-моему, это такая тумбочка. Нет, это кошелек. Ну ладно, хорошо. А почему на нем крест? И откуда я знаю, почему у тебя такой кошелек? Давай иди. Это священный кошелек. Иди. Да? Там священная вода. А, короче, ты готов идти постричься на лысо опять? Ты же лысая карлица. Там много денег. Свой статус лысой карлицы нужно соблюдать, понимаешь? Я не понимаю. Голова лысая. А, голова болит опять. Я понял, у меня голова болит. Нет, она у тебя лысая. Бизнес провалился, кошелек пустой. Нет, она у тебя просто лысая. Не так глобально, просто лысая голова. Я не понимаю. Лысая. Я не знаю. Ты лысый. Капец. Карлица. Жесть. Карлица. Полная жопа. Карлица. Денег нет. Карлица. Я бомж. Я карлиц. Лысая. Ладно. Я не понял логики в этом всем, ну ладно, хорошо. Не, иди дальше. Иди дальше. Хорошо. Бандиты. Это моя банда. Ой-ой-ой-ой-ой. Знаешь, кто это? Это моя банда. Нет, это гопники. Это гопники. Это не моя банда. Понимаешь? В чем проблема? На меня напали. Подожди, в чем проблема? Это хейтеры. У тебя... У меня. У тебя шмот, у него есть одно поло, Ральф Лорен. У тебя шмот Ральф Лорен. У меня футболка. Ральф Лорен. У меня футболка. Ральф Лорен. Поясни за шмот. За шмот поясни. Я вообще ни слова не понял. За шмот поясни, гопника. За что меня бьют? Поясни за шмот. Меня бьют за что? За шмот поясни. А, за одежду бьют. Поясняй за шмот. Поясни за шмот. Я поясню. Ой, Ральф Лорен, поясни за это шмот. Это не Ральф Лорен. Да без разницы. Я понял, что сказал. Поясни за шмот. А? Поясни за шмот. Поясни за шмот? Да. Он еще горит. Йоу! Он еще мне говорил, Эдисон, я хочу курточку Stone Island. Поясни за курточку Stone Island. Я не умею пояснять за шмот. Поясни за курточку Stone Island. Я не умею. Мне холодно, ребята, я поэтому ношу одежду. За что? За шмот поясни. Да, я нужно пояснять за шмот. Да, поясни за шмот. Просто берешь такой, ребят, пока. Вот так. Ну тебе туда нужно, тебе туда. Ну тогда все, просто пробегаем, все нормально, все, ребят, давайте, до свидания. Поясни за шмот. Мне нужно пояснить за шмот. Давай мы просто пенделей, да, мы все. Тут 10 или сколько там, 5 штук с пистолетом. Насколько я знаю... Хоть я буду пояснять, хоть я не буду пояснять, меня все равно побьют. Поэтому... Тебя все равно, да. Побьют. Жеку побьют. Поэтому лучше просто дать пендели. Знаешь что, притворись девочкой, скажи, я девочка, не бейте меня, они тебе не будут бить. Они девочки. Ты девочка. Я не девочка. Не, притворись. Я им сейчас дам пендели. Притворись. А, мне нужно превратиться в девочку. Притвориться. Притвориться. Типа, я девочка, не бейте меня, я девочка. Ой, ребята, не бейте меня! Это не Ральф Лорен. Мне парень подарил это. И насосало подарили. Насосало. Можно и так. Вот. Можно и так, хорошо. Ладно, прокатило. Да, нормально, все. Без разницы. Ага. Подожди. Я еще не пояснил. Ну ты же девочка, я не поверю. А, ну что мне пояснять, я же девочка. Да. Вот именно. Да. И ты на нее, кстати, похож, поэтому все нормально. А, зачем мы тут все с вами сегодня собрались? У меня много денег. Нет, ты дебил. Ты дебил? Нет. Ты дебил. Нет. Я понял, что ты сказал. Нет, ты дебил. Ты меня обзываешь. Нет. Я уверен. Нет. Вот ты всегда так это говоришь, ты меня обзываешь. Нет. Я вот уверен. Ты такой типа, ну ты дурак, да? Да. Вот смотрите, он дурак. А я даже не понял, что он сказал. Поэтому нет. Я не такая. Я не такая. Ты дебил. Ты дебил. Нет. Ну ты дебил. Нет. Ты дебил. Нет. А, ты дебил. Ты меня опять сейчас обзываешь, да? Ты можешь сказать да или нет? Ты дебил? Ты дебил? Дай эти денег. Ты дебил?
Я не такая. Короче, иди. Это чей дом? А, это парикмахерская. Это Джумшут. Это Ашот. Это Ашот. 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 У него зуба нету. Ты понимаешь, что у тебя голова не... Мне нужно мою охренительную прическу сделать. У тебя голова не болела, как ты говорил. Ты просто лысая карлица. Я тебя всю серию называю лысой карлицей. А Ашот хороший парикмахер. Лысая карлица. А я карлик. Лысая. Не, я не лысая карлица. Я не такая. Ты лысая карлица. На этом завязан весь сюжет. Мне нужно постричься. Нет, не постриться, а побриться под лысую карлицу. А счет на этом спец просто. Немножечко. А счет профессионал. На донышке. На донышке лысая карлица? Я не понимаю. Садись. Не садиться. Да. Все, стриги меня. Не стриги, стриги меня. Не стриги, а брей. Лысая карлица, лысая карлица. Карлица лысая. Лысая карлица. Я не хочу быть лысой карлицей. Да ты ей являешься. Не понимаю. Зато все понимают, все понимают. Ну все да. Понимают, да? Ага. Проси Ашота. Мне ему постучать по голове? Он, смотри, он лысый. У него лысина, нифига. Такая же, как и у тебя. Такая же, как и у тебя. И что мне делать? Лысый. Держи деньги. Ну признай. Я не понимаю, что мне делать. Признайся наконец-то, что мне ты... Мне нужно постричься. Лысая карлица. Как лысая карлица. Да. Я не хочу. Да почему? Потому что... Почему? Потому что я не хочу. А, ну тогда иди дальше, поясняй за шмот, хорошо. Все, мне уходить? Нет, поясняй да? за шмот. А что уходить? А что поясни за всё, шмот? Fuck you. А, три полоски Adidas. Три полоски Adidas у Ашота, три полоски. Три полоски Adidas. Три полоски Adidas. Три полоски Adidas. Ладно, снимай эту шарманку. Все, уходить. Снимай эту шарманку. Ухожу. Снимай. Через окно ухожу. Шарманку снимай, шарманку снимай. А, снимать наушники? Окей. Ну так дела не делается. Ну, я не хочу быть лысой карлицей. В смысле, так на этом весь сюжет завязан. То, что ты лысая карлица, понимаешь? Опять? В смысле, опять? Опять весь сюжет завязан на том, что я лысая карлица. Снова. Нет. Когда ты в следующий раз будешь стричься? Не знаю. Ну на днях. Ну на днях. Ну так тогда я что? Не буду становиться лысой карлицей. А ты не будешь? Нет. А почему? Потому что... А ты уже не хочешь такую прическу? Блин! Ладно, тогда удаляем эту серию, записываем новую. Я думал, он опять лысый калится, через пару дней станет. А может, я тебя обманул? Пинки Пай! Ну мы посмотрим через пару дней, в кого ты превратишься. Да. Нет. Ты за шмот так не пояснил. А как я должен пояснять за шмот? Я же девочка. Я же девочка. Я же девочка. Почему-то я притворился девочкой. Стоп, ты мне сам сказал, притворись девочкой. Я притворился. Я не спорю даже. Спасибо всем за просмотр. Кстати, я к нему тоже ходил в гости. Я же ходил к тебе в гости. Да, ты, ты ко мне еще не ходил, но сейчас пойдем. Ну, сейчас пойдем к нему в гости, поэтому также посмотрите, как я ходил в гости. Давно же импровизации не было. Если вы хотите продолжения, ставьте лайкусики. Потому что если будет много лайков, давай хотя бы 20 тысяч лайков, да? Или 25. Да, если будет 20 тысяч лайков, то следующая серия будет не через полгода. Да, обещаем, поэтому все зависит только от вас, если лайк поставите. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.